Следующий состав у хозяев поля сегодня с первых минут. Сегодня у них классическая модель 4-4-2. Да, это классика футбола. Посмотрим, как она сработает сегодня. На экране стартовый состав гостей. Перед вами тактическая схема команды. Что скажешь, Костя? Георгий, они вполне могут захватить центральную зону. Да ладно. Отвечаю. У нас будет именно такой матч. Будет именно такой матч. Первый удар по мячу, и игра началась. Надежно играет в отборе. Монкайоля. От обороны предпочитает играть команда гостей. Они вообще привыкли играть без мяча, отходят на свою половину большими силами. Ну и против техничного и умного соперника такая тактика вполне может сыграть с ними злую шутку. Но посмотрим, как сложится этот матч. Первый удар по мячу, и игра началась. Надежно играет в отборе. Монкайоля. От обороны предпочитает играть команда гостей. Они вообще привыкли играть без мяча, отходят на свою половину большими силами. Ну и против техничного и умного соперника такая тактика вполне может сыграть с ними злую шутку. Но посмотрим, как сложится этот матч.